Всем привет, это у нас мистер Мит 192. В данном видео посмотрим, каким же способом можно перебираться за пределы карты. Один способ нашел я, второй способ нашел подписчик. Сначала пройдем моим способом. Залезаем вот здесь на забор. Все, мы на заборе. Но я сижу. Если я встану, я слечу с забора. Идем. И просто перешли на травяную ограду. Вот. И мы можем выйти за пределы карты. Ну-ка, встану. Встается. Смотрите, еще раз. Подходим. Раз, два, три, четыре. К пятой заборине. Подходите. Приседаете. Залезли. Просто идете дальше. И вот вы уже на травяной ограде. Ну-ка, вниз. Можем также попасть обратно. Смотрите. Бам. И мы здесь. После того, как я вам покажу способ от подписчика, попробуем за пределы карты походить, вызвать ученого, позвать туда мистера Мита. Нам нужно перебраться на сарайку. И все, мы просто здесь идем с уголка и прыгаем на забор. И то же самое получается, но видите, нам намного дольше идти. И нам нужно открывать сарайку. Мой способ проще. Ну-ка, если я здесь вылезу. Не получается. И все, видите, мы на кустах. Можем также перебираться. Кстати, если я сюда шагну, это же небо. А, нет, здесь даже не падаешь. Yes. То есть мы можем сейчас обойти и попасть на ферму. Ну-ка, если мы присядем, можно попадать за пределы ворот. Смотрите, там слабительное. Ах ты, свалился. Вон дочка сидит. Вау. Клещи, клещи, клещи. Все, куда-то улетели. Перезаходим. Давайте все-таки использовать мой способ, потому что он намного быстрее. Подходите к заборне, садитесь. Идете, не встаете. Если вы встанете, вы свалитесь. И просто прыгаем на небо. Еще какой момент был раньше, в старых версиях мистера Мита, что мы данный патрон могли использовать против свиньи, а не только против стекла. Давайте проверим. Это работает. Вау. Ну-ка. Где деревянное сердце? У нас сегодня получается баг-эксперимент. Так, все. Придется избавляться от дробовика. Его ставим мы, потому что другим способом попасть в дом мистера Мита не сможем. Если вы знаете способ, как попасть снова с перелезанием, то обязательно напишите в комментариях. Ой-ой-ой. Все, выперли стенку. Ура. Играем на призраке. Мистер Мита нас не агрится. Так, а почему ключ не захватил с собой? Yes, он здесь. Игра сегодня за нас. Вы только подумайте, сколько теперь возможностей. Я могу, то есть, выйти отсюда. Так, ну мы еще с вами сарайку не открывали. Давайте это сделаем, вызовем ученого и уже посмотрим на него со спины. Можно ли с ним болтать? Это даже тема космического масштаба. Смотрите, сейчас покажу почему. То есть мы с вами можем запереть мистера Мита в доме, если захотим. И он вообще мешаться не будет. Скидываем. Дверь-то, видите, не открывается. Если я сейчас накину засов, мистер Мит выйти не сможет уже на улицу. Все, мистер Мит не сможет. На, смотрим. Что он сделает? А, считается, что он даже не слышит этот предмет. Вот это мега лайфхак. Камеру, слышишь? Камеру не слышит, все. Конец всему. Мистер Мит запер в доме навсегда. Пока мы не выстрелим в стекло. Вызываем ученого, получается. У нас теперь все эксперименты с ученым и дочкой могут проходить безопасно. Эй, я здесь неподалеку, давай встретимся у центральных ворот фермы. Смотрите, подбегайте и садитесь. Все. Это же мега изи. И уже бежим здесь. Надеюсь, я вам помог. Оцените данный эксперимент лайками. Теперь будете знатно баловаться. Смотрите, ученый. Мистер Мит чудовище, когда я увидел, что он сделал с Ребеккой, я убежал в ужасе. Но теперь благодаря тебе я смогу ей помочь. Так выходи. Ну-ка, давайте посмотрим, как он идет. Будет ли анимация ходьбы? Но нам все равно сегодня придется мистера Мита выпускать, потому что я хочу его запустить тоже сюда. Посмотрите, как он здесь ходит. О, исчез! Что?
Его перемещают. Приведи ко мне девочку, то есть свинку. Смотрите, приколюха. Ой, я застрял. Ах ты, я застрял. Все, пришлось выбежать. Вот это да. Это же полная жесть. Смотрите, он вообще глухой. Все. Он конкретно остановлен. Мы сейчас мистера Мита будем запускать за ученым. Он к нему выйдет. И, надеюсь, дверь не закроет. Вот наш дробаш. Все открывается. Иди ко мне сюда. Вызываем ученого. А, он все равно сейчас загорится на камеру. Так, не закрываться. Ах, ты закрылся. Хитрец, ладно. Тогда бросим какой-нибудь предмет. Бам. Все, нашумел. Ждем. Как только откроет дверь, если зайдет, то стреляем. Заходи. Все, он там сник. И дверь открыта. Что? То есть мы можем туда позвать свинку? Вот эта тема. А ученый же дверь закрывает, когда убегает. Давайте тоже это проверим. Ну-ка. Он дверь закрыл. Он смотался, испугался мистера Мита. То есть он боится его тела? Это как так? Дробовик заряжен. Вызываем. Я здесь неподалеку. Ну-ка, напиши, что он убежал. Я, видимо, пропустил. Да, ученый сбежал из плена. Просто садимся. Быстро сматываемся. И к ученому. Посмотреть, где там будет мистер Мит и где будет ученый. Ученый, вот. Ну-ка, сейчас мистера Мита к нему подведем. Подходи к нему. Да вот же ученый. Ученый, вот. Да как? Он ученого не замечает здесь. Смотрите, ученого не замечает. Так, а здесь мы не падаем случайно? Не падаем. А вот здесь? Не падаем. Так, а за пределы карты, если выйти? Нельзя. Дерево плотное даже. Ах ты, вышки неплотные. Мистер Мит обратно зайти не может. Так, мы сейчас его запустим и увидим это со стороны. Мы даже, возможно, мистера Мита за прилавком увидим. Кстати, давайте это сделаем. Иди сюда. Ах ты. Спокойненько сейчас откроет? Да. И вышел. Даже калитку закрыл. Все, давайте сейчас дробовик поднимем на всякий случай. И вызволим дочку мистера Мита. Так, ну в принципе мы можем к ней вот так пройти. Ведь. Если я долечу. Попробуем долететь. Долетел и влетел просто к ней в комнату. Вот и дочка. А, ну дверь закрыта. Ладно. Это жесть. Доска есть. Мистер Мит сейчас сюда придет. Уж сейчас-то точно придет. Потому что здесь шумят. И тебе тоже приходится кидаться. Все, открыл. Только с другой стороны. Чудеса. Столько дает возможности данный способ. Несем шкив. И попробуем дочку мистера Мита отправить за пределы забора. Раз, два. Все. Дочка мистера Мита будет спасена. Кстати, корзинка стоит с яблоками, но до нее свинка бы никак не дотянулась. Ладно, ее уводим пока. Давайте дождемся, чтобы мистер Мит здесь зашел. Я шмальну и постараюсь ее через калитку провести. Все, он там осел. Яблочки-то у нас у туалета. Сейчас свинку поведем хитрым способом. У нас есть 2 минуты, пока мистер Мит спит. Ест. Пробегаем сейчас моим способом. Сюда. Прошла.
прошла тема просто космического масштаба. Давайте вообще отведем сюда. Отец, 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 что ты делаешь? Нет. Он может закрыть забор. Я не могу ничего сейчас с ним сделать. Ну-ка, закроет или нет? Ах, ты не закрыл. Я сейчас брошу корзинку аж к ученому. На! Главное, чтобы зашла. Все, заходит, заходит, заходит. Иди ко мне, смотрите, мы здесь ходим со свинкой. За пределами карты. Вау. А ученый там и стоит. Он говорит, приведи ко мне свинку. Вот я к тебе привел свинку. Что? Это он так... Да куда ты побежала? Он сейчас скажет, приведи ко мне свинку, да? Я так понимаю. Ну вот же, я привел ее. Он смотрит через забор, реально. Как собачка. Куда пошла? Так вот она. Я все равно буду залезать на забор. Смотрите, прям при свинке залезу. То есть она вдоль меня будет бежать? В принципе, я же могу убежать по забору. И мы где-нибудь с ней пересечемся. Давайте пока бежать по травяному забору. Вот я, смотри. Вот я, близко. Бам. Нет, она слепая. Все, девочку сейчас ведем. Хотя это еще не девочка. Так, она своего отца запинала, на. Все, ест. Теперь я беру дробовик. И перемещаюсь за пределы забора. Теперь смотрите, что мы сделаем. Я дробовик специально захватил, чтобы здесь мистера Мита устранить. На. Все, мы ее заманили. Может, просто перекидываниями. Он начнется еще не скоро. Осел. Вызываем ученого. Видите, девочку-то я подвел максимально близко к нему. Он мог ее уже принять. Нет, она все еще ест. Мистер Мит лежит. Вот ученый, прикол. Смотрите, бросаем к нему. На! Вот тема. Я тут же. Так вот она. А, Вэл, он говорит. Он ее не засчитывает. А может, он не сматывается, если с ним взаимодействовать? Ой, сейчас мистер Мит проснется уже. Ученый сбежал из плена мистера Мита. Скорее всего, мистер Мит пришел с этой стороны. Давайте даже пошумим. Но с другой стороны пошел. Она испугалась, конечно же. Он пошел не к ученому. Мы не должны ей дать убежать. Мы с вами проэкспериментировали максимально все. Давайте на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Оцените Баксер эксперимент лайками. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.